Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое присмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четверногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте.
Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтоб быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно».